Всем привет, с вами я, Виолетта, и в этом видео хочу сделать обзор на 4 раскрасочки по номерам. Это маленькие раскраски от издательства Шед, формата получается А5, такие как блокноты, в каждой по 50 иллюстраций. И это, так скажем, первая часть обзора. А во второй части я покажу вам вот эти раскраски. Поэтому, если интересно, заходите на канал, ставьте колокольчик и так далее. Вот, купить данные книжки можно в замечательной группе Арт Нора, ссылка на которую всегда есть в описании. Ну, а мы с вами посмотрим, ну, по большей степени картинки, которые нам предложены. Кстати, забавно, что на 3 обложках из 4 изображение собак. Начнем, пожалуй, наверное, вот с этой, про малышей животных. Вообще раскраски, ну, простые в плане, просто у вас есть картинка по номерам, цветовая палитра, номер странички, иллюстрации односторонние, но раскраски на склейке, то есть они не прошиты. Вот это именно как, ну, как блокнот, в общем-то, идет. Покажу вам сначала, наверное, свои раскрашенные работы, давайте покажу, чтобы вы, ну, имели представление вообще, как это будет выглядеть в готовом варианте. Иногда бывает сложно подобрать цвета, но в целом плюс-минус совпадает. Вот. Здесь у меня всего 5 картинок сделано. Ну так, в целом довольно интересно. И ключи сейчас вам все покажу. Ну, честно, мне не очень нравятся, на самом деле, вот раскраски про животных по номерам. Мне больше нравится вот все то, что я вам покажу во второй части. Но даже здесь есть очень красивые, интересные работы, которые, в общем, ну, из-за которых я и покупала раскраску. То есть есть что пораскрашивать, есть что интересного такого можно посмотреть. Я все равно очень люблю раскраски по номерам. Что-то, конечно, интереснее, что-то, ну, для меня менее интересно, но все равно все раскраски я люблю, все они замечательные, поэтому я их все и купила. Ну, у меня, конечно, не полная серия вот этих раскрасок, но все равно есть что показать, есть чем сравнить. Да, кстати, в конце я вам, ну, такое, не то что даже сравнение, просто скажу, что я вам больше советую, что меньше. Вот следующая раскраска у нас — это просто животные. Здесь такие у меня тоже 5 работ сделано. Мне, кстати, эта часть нравится больше. Здесь потому что мордочки животных, ну и сами животные, они как-то поближе. Прикольнее, что ли. Ну и сама просто рисовка мне как-то больше нравится. Вот этот хамелеон на пальце очень классный. Вот, но вот эти вот мордочки на всю страничку, они меня прям покорили, что называется. С дельфинами тоже безумно красивая иллюстрация. Бабочка очень классная. Я не люблю бабочек раскрашивать, но по номерам мне нравится. Ну, вот в такой стилистике. И последние 2 картинки. Это вот собачка с обложки и зебра. Вот, ну, по качеству все то же самое, по строению, поэтому я на примере одной раскраски показала. А третья раскрасочка у нас — это малышки. Ой, малышки, милашки. Кьютис. Так, раскрашены работы. Далматинец с обложки. Очень странный утенок. Мишка.
розовый почему-то котенок. И коалы тоже немножко странные. Вот ответы. Вот, но здесь в основном какие-то пастельные такие оттенки. Все действительно животные очень милые. Очень много, опять же, малышей. Ну, потому что маленькие животные-то еще милее, чем просто животные. Ну, многие даже натурально как-то пытались прорисовать. Вот, но я такое, честно скажу, не очень люблю. Хотя, вот, допустим, собака очень красивая. Вот здесь тоже. Прям обожаю такие вот иллюстрации. Не знаю даже, как их назвать, описать одним словом. И четвертая раскраска – это новая книжка. В общем-то, «Тайны животных», наверное. И у меня здесь нет раскрашенных работ. Вот, но что интересно, что в этой раскраске появились картинки с кружочками. То есть здесь есть не просто вот такие иллюстрации, в разных стилях, кстати, потому что это сборник идет, но и вот кружочками. Показываю, значит, вам готовые работы, и сразу скажу, что здесь есть повторы из других книг, вот, например, вот этот «Талматинец», «Коалы», «Медведь». Они прям идут, причем подряд. То есть вот эти вот три картинки, они вот, ну, только что их видели. Вот. Некоторые картинки тоже повторяются из, ну, предыдущих трех раскрасок. А также некоторые книги, мне кажется, некоторые иллюстрации встречались в раскрасках как раз вот эти кружочками, которые идут. Я не понимаю, почему тут иногда перевернутые изображения. Вот. Ну вот эти картинки мы с вами тоже уже видели. Вот эта птичка была в большой раскраске про птиц. Вот эту пчелу я уже раскрашивала. Черепаха была в раскраске «Океан». Вот, вот этот кусочек встречался в раскраске про лес большой. И вот этот тоже про лес встречался в раскраске большой. Вот, ну, в общем-то, это такой сборник, соляночка из всех каких-то раскрасок. Вот эти две картинки вообще мои любимые. Но у меня такое ощущение, что этот единорог тоже уже где-то был. Возможно, в раскраске «Фантазия», но я не уверена. Вот, то есть, что я могу вам сказать? Если вы не фанат, так скажем, раскрасок по номерам и не планируете покупать себе огромное количество, то я вам советую вот эту книжку. Ну, то есть, если вы хотите раскраску по номерам про животных, то вот это вам зайдет, потому что стили разные, вы поймете, какой там автор вам может быть ближе, потому что даже вот по оттенкам здесь, смотрите, сколько много, и вот здесь уже намного меньше, здесь опять много. Ну, в общем, кружочками есть и так далее, то есть такая интересная раскраска. Вот, из этих трех уже, ну, выбирайте то, что вам нравится по рисункам больше. Но мне нравится вот эта часть про животных на первом месте. На втором, наверное, вот это, с малышами. А милашки, они немножко для меня странные. Вот, в плане цветовой палитры какой-то, иногда непонятные какие-то оттенки возникают. Появляться из ниоткуда. Ну, в общем-то, решать вам. Я свое мнение вам высказала. Пишите, какая раскраска вам понравилась больше. Будет очень интересно почитать. Ну, это было все. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.